25 апреля на стадионе «Олимп» станицы Северской прошел турнир по мини-футболу среди команд национальных общин. В состязании приняли участие 5 команд – адыги, армяне, греки, а также ветераны Северского района и отдел МВД России. Глава муниципалитета Адам Джарим пожелал всем собравшимся хорошей игры. В нашем районе проживает более 80 национальностей. В мире и согласии уже веками живут люди. Это самое главное, что должно быть. Хочу поздравить с сегодняшним днем. Я думаю, что этот турнир станет уже постоянным. Желаю всем сегодня хорошей игры, чтобы еще раз мы друг другу пожали руки. И я уверен, что победит сильнейший, а в итоге дружба. Дружба между нами. Турнир объявляется открытым. Игры турнира проходили сразу на двух площадках. Каждые 10 минут команды сменяли друг друга. Несмотря на холодную и пасмурную погоду, матчи выдались по-настоящему горячими. За противостоянием внимательно следили болельщики и бурно поддерживали их. Все участники показали достойный уровень игры и спортивного мастерства. По итогам турнира третье место заняла команда отдела МВД России по Северскому району. Вторыми стала сборная Греции. И победители – команда ветераны Токтамукайского района. Большой спортивный праздник еще больше объединил национальные общины и показал, что в Северском районе все народы живут в дружбе, мире и согласии.